Есть вилка и ложка и умеет каждый. А что, если вместо них использовать дрель или биту? Как такое возможно, узнаешь в новом видео. Тед, это тебе. Фу, какая гадость! Мы не хотим есть рыбу, она ужасно воняет. Боюсь, у вас нет выбора. Кстати, в качестве столовых приборов придется использовать кое-что необычное. Дрель и биту. Но ведь это неудобно. Понятия не имею, что делать. Попробую просто положить рыбу сверху. Осталось только попробовать. Фу, омерзительно. А что мне прикажете делать? Я вообще не умею обращаться с этой штукой. Похоже, нужно нажать на кнопку. О, нет! Кажется, это была ошибкой. А, моя голова! Так тебе и нужно. Дай пять, Тед. Отличный удар. Друзья, не время расслабляться. Я принесла вам новые приборы. Расческа и носок. То, что нужно. Носок? Но зачем мне носок? У меня он и так есть. Тед, ну ты чего? Это же для еды. Ну а что? В целом пасту удобно есть расческой. По крайней мере, это точно лучше, чем дрель. Кажется, я знаю, как упростить себе жизнь. Нужно просто свернуть носок. Вуаля! Получилось что-то вроде поварёшки. По-моему, есть из носка противно. Ой, я случайно расчесала волосы. Не расстраивайся, макароны тебе к лицу. Новая партия столовых приборов уже здесь. Вот это мне нравится, отличный размер. А у меня совсем крохотный. Ого, арбуз! Вот это да! Один удар, и можно есть! Чувствую, лопата мне сейчас пригодится. Просто идеально! А я свой арбуз даже расколоть не могу этим совком. Ну все, берегись! Ого! Это было так круто, Мэри! Но это все равно мне не помогло. Похоже, сегодня я останусь голодной. Смотрите, что я для вас приготовила. Вау! Обожаю чупа-чупсы! И я. А молоток зачем? Тут явно есть какой-то подвох. Я тоже не понимаю, зачем мне соломинки? Напоминаю, вы должны есть необычными предметами. Но это невозможно. Я не могу подцепить ни один леденец молотком. У меня тоже ничего не выходит. Не будем сдаваться. У меня есть идея. Мэри, помоги мне. Нам нужно сложить леденцы в пакет. Почти готово. Все? Отлично. Запечатываю. А теперь мне нужен мой молоток. Сейчас я разнесу эти леденцы в пух и прах. Давай, Тед, я в тебя верю. Круто. Я знала, что ты справишься. Держи соломинку. Пора попробовать. Они меня обдурили. Это провал. Очень вкусно. А главное, удобно есть. Хоть бы в этот раз повезло. О, неплохое начало. Я люблю сухие завтраки, особенно с молоком. Мне, пожалуйста, побольше, Кэти. Мне тоже можно не жалеть молока. Вот только не думаю, что все так просто. Ты права, потому что Тед будет есть с помощью прищепки. А ты с помощью пакета.
Что? Но я не умею. Я тоже не представляю, как такое возможно. Попробую подцепить хлопья. Хотя нет, это плохая идея. У меня тоже ничего не получается. А что если... Мне пришла в голову отличная мысль. Нужно просто перелить свой завтрак в пакет. Закрываю и пробую. О нет, все пролилось. Ты такая неряха, Мэри. Зато ты подала мне неплохую идею. Оказывается, даже с прищепками можно нормально поесть. Отлично придумано, Тед. Прошу, новые угощения специально для вас. Обожаю джем. Не торопись, Мэри. Сначала возьмите то, чем будете его есть. Карандаш? Вот наказание. А у меня вообще кисточка. Да, с ней сильно не наешься. Ну, вы пока начинайте, а я перекушу. Кстати, блины по-настоящему вкусные. Ничего-ничего. Мы тоже сейчас их попробуем. Для начала нужно разрезать. Я добавлю немного красок с помощью своей кисточки. Отлично сработано! Можно пробовать! Ого, как вкусно! А давай нарисуем на блинах Кейт и съедим ее! Еще парочка штрихов. По-моему, выходит один в один. Готово! Попробуй, Тед! Для Кейт вполне неплохой вкус. Ого, коктейли! Круто! Извините, трубочки придется убрать. Опять твои дурацкие штучки. Держи, Мэри, это тебе. А это я приготовила специально для тебя, Тед. Но это же... Это же моя любимая футболка! Вообще-то мне тоже жалко свой клатч. Боюсь, после такого его придется выбросить. Я себе этого никогда не прощу. И моя футболка тоже отправится на помойку. Но правило есть правило. Мы ничего не можем поделать. Ну вот. Я еще и облился с ног до головы. Только не это! Я забыла вытащить деньги. О, какая трагедия. Мне очень жаль. Надеюсь, мое угощение поднимет вам настроение. Класс! Я люблю пряничных человечков. Ну а это то, чем вы будете их есть. Лист бумаги? Нельзя было придумать что-то поинтереснее? Нитки. Уверена, с ними можно что-то придумать. А, есть одна мысль. Иди сюда, пряничный человечек. Всего один узелок, и ты у меня на крючке. Поймать не так-то просто, но мне удалось. Ого! Выглядит устрашающе. Теперь попробую я. Думаю, что из моего листа получится отличный кораблик. На нем пряничный человечек приплывет прямо ко мне в рот. Мой план сработал. Это было супер! Браво! Кажется, я объелась. Я тоже. Даже шевелиться не могу. Но прежде чем мы закончим, у меня есть кое-что для тебя, Кейт. Вот все, что мы сегодня использовали. Не забудь помыть, пожалуйста. Ну а мы
Пойдем отдыхать. Но я не хочу убирать одна. Эй! Эй, стойте! Есть необычными предметами очень забавно. А снимать, как это происходит, невероятно весело. Убедиться в этом помогут неудачные кадры, которые не вошли в этот ролик. Смотри, улыбайся, ставь лайки и подписывайся на наш канал.